Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска совместно с сотрудниками противопожарной службы проводят рейды в частном секторе. Помимо этого, запущена акция, в рамках которой будут установлены датчики угарного газа. Отопительный сезон уже стартовал, и особое внимание нужно уделить частному сектору. В ходе рейда сотрудники провели разъяснительную работу с населением и вручили памятки по соблюдению мер пожарной безопасности. По словам инженера управления ПЧС города Петропавловск, с начала года произошло 97 пожаров. В результате погибло 16 человек, из них четверо детей. Материальный ущерб составляет более 17 миллионов тенге. По сравнению с прошлым годом число пострадавших возросло. Помимо рейдов проведется работа по установлению датчиков угарного газа для представителей социально уязвимых слоев населения. Проводится акция по установке дымовых датчиков, по установке притопочных листов социально уязвимым слоям населения, то есть это многодетным семьям, семьям-инвалидам. Датчики угарного газа управлением устанавливаются в многодетных семьях для того, чтобы предупредить людей. То есть в ночное время, когда люди спят, данный датчик сигнализирует, он срабатывает как сигнализация, соответственно, люди могут проснуться, то есть просыпаются от данного звука и предупреждают людей о начальной стадии развития пожара. То есть у них есть время как бы покинуть помещение, либо принять меры по ликвидации возможного места очага возгорания. Данные датчики устанавливаются на безвозмездной основе совместно с местными исполнительными органами. В этом году акиматом Петропавловска приобретено 200 датчиков угарного газа. Его можно купить и установить самостоятельно. Цена такого оборудования составляет 2700-3000 тенге. Елена Азарова, многодетная мать, воспитывает шестерых детей. Сегодня в ее доме спасатели установили датчик угарного газа. Семья большая, 6 детей у меня, 3 девочки, 3 мальчика. Печку мы топим, что были взрослые, что дети не подходили к ней. Сегодня пришли сотрудники, установили на датчик. Спасибо большое. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с устройством электрооборудования и нарушение правил безопасности при использовании печи. К слову, с начала года городскими подразделениями проведено свыше 2500 рейдов. Айман Кузимбаева, Самат Исенгалиев, служба новостей.